Царица ядовитых змей. 5 интересных фактов о королевской кобре. Вот так надо запускать воздушного змея. Держать такую змею в руках не шутка, ведь это сама королевская кобра. Самая крупная ядовитая змея на планете. И на фото далеко не самый крупный экземпляр. Самая крупная из найденных была длиной около 6 метров. Кстати, весят эти змеи не так уж много для своих габаритов. Средний вес королевской кобры 6 килограмм, а максимально зафиксированный 12 килограмм. Растут королевские кобры всю жизнь, а она у них в дикой природе длится до 30 лет. Королевская кобра практически не ест грызунов, в отличие от других змей. Она предпочитает рептилий, других змей и птиц. Кобра может подниматься вверх на треть своего тела. Так она выслеживает добычу и заодно показывает свой доминантный статус другим кобрам. Ее особенность – в таком положении с вытянутой головой кобра может передвигаться. Расцветка бывает разной в зависимости от места обитания. На фото классическая расцветка королевской кобры. Такими большинство из них выглядит в молодости. Королевская кобра далеко не самая опасная для человека змея. Она редко выпрыскивает яд, атакуя человека. Кобра бережет яд, она старается использовать его только во время охоты. А человека за достойную еду она не считает. Если же ее цель просто отогнать нелепое препятствие человека, она старается лишь куснуть и напугать. Если же кобра решила выплеснуть яд, то делает она это с запасом. Поэтому гибель жертвы практически гарантирована. Ее яд содержит сильнейший нейротоксин. Сперва жертва корчится от жуткой боли, потом наступает паралич. Всего 10% людей погибает от ее укуса. Именно потому, что кобра бережет яд для более важных для себя вещей, чем человек. Тайские королевские кобры более агрессивные, чем в Индии. Там летальный исход фиксируется в 28% случаев укуса. Но если впрыснула яд, шансы на спасение минимальны. Летальный исход может наступить всего через полчаса. Нужно срочно противоядие. В Таиланде также используют народное средство – отвар куркумы. Но его нужно принять до укуса, если идешь в опасное место. Тогда яд сработает очень слабо, предотвратив паралич. Зрение у королевской кобры очень острое. Она прекрасно видит добычу на расстоянии до 100 метров. Раздвоенный язык королевской кобры, как у собаки, нос, улавливает тончайшие запахи. Также змея крайне чувствительна к вибрациям поверхности земли и может оценить, кто откуда и куда движется.